Сводки с места событий. Стали выкапывать. Поставили на блоки. Потом решили, что надо вбить арматуру и приварить ее. Вот так вот теперь выглядит. Начали приваривать. Что-то случилось с удлинителем. Пошли с удлинителем. Пока что я не вижу конца всем этим действиям. А что я сделала? Я взяла ксилитбэнк с хлоркой и изнутри все протерла хлоркой. Сейчас покажу. Вот. Решила, что хуже от этого не будет. Хлорка еще никому не мешала. Теперь у меня такой вот белесый парник. Снаружи я мыть его не буду. Не потому что не хочу мыть снаружи, а потому что считаю, что вот это вот как бы, ну, создает затемнение, и солнечные лучи не так не обжигают помидоры, листья помидоров. Поэтому я не хочу его мыть, не хочу, чтобы он был белый. Наоборот, даже многие белят парники, а у меня без всякого беления он такой вот белесый получился за счет хлорки. Ну, в общем и целом, вот такая вот история. Эта штука первая грядка, ее надо еще доделать. Ну, а потом еще вторая будет грядка. Так что пока я не вижу конца и края всему этому. Ну, хотя бы вот одну грядочку бы сделать, чтобы можно было уже... Вторая-то бог с ним, а где вот этих вот доделать? Ого-го-го, вот такие у нас дела.